В Пятигорске сотрудники правоохранительных органов провели обыски у лидеров общественной организации «Средние азиаты». Их подозревают в том, что они пытались незаконно легализовать в России иностранцев, граждан республик Средней Азии. Обнаружены и изъяты красители, идентичные тем, что используют пограничники. Бланки постановки на миграционный учет, трудовые патенты, другие документы с признаками подделки. Найдена и экстремистская религиозная литература, а также финансовое подтверждение о переводе денег в Турцию. Силовиками не исключается, что средства предназначались одному из выходцев из Кыргызстана, причастному к деятельности исламской экстремистской организации и намеревавшемуся выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.